Привет! Я давно не делала реакции на Славу, но меня сегодня на стриме попросили, и я подумала, почему бы, собственно, и нет? Залетай к нам на стримы на Трово, ссылка в описании, YouTube лично у меня в последнее время лагает, и если что, я стримлю на Трово, но также я всегда в Телеграме. Залетай! Мы с тобой поиграем в прятки, ничего не бойся, спрячься, я не потеряюсь удачи. Я начинаю считать. Это в самом клипе такие размытия немного, окей, я думала, что у меня. В пустой кровати, а ты за дверью. Удачи, я не буду скучать. Расстреляй! Блин, такие текстуры, это чисто сделано в стиле стареньких игр из 2000-х годов. Когда никому был не нужен. Вроде прикольно, но в то же время хочется прям качество повыше, чтобы почетче было. Но это стилистика, я понимаю. Мне нужна была твоя поддержка, но ты только все делала хуже. Дешевое шампанское, не помогай больше. Музыка оказалась интереснее алкоголя. Это круто. Чувства будто лишь тебе это нужно. Блин, так классно сделано в стилистике игры, честно, мне прям нравится. То надо что-то менять. Я когда это вижу, прям вот такие диалоги вспоминаю всякие, господи, новеллы! Слово из головы вылетело. Нет, просто послушай, только ты знаешь, как тебе будет лучше. В любых отношениях нужно уметь выбирать себя. Красивым вылез в лёд с ноги. Взглядиком. Ути, бузички. Как я сказала, клип мне напомнил какие-то игры из 2000-го. Не могу сказать, какой фактически, но просто там везде были подобные текстуры, ну и плюс игры подобной стилистики. А диалоги напомнили мне новеллы. Очень милый Мишка. Не знаю, он сделал его сам, или сам сделал человек, который делал клип, или же это откуда-то взятый персонаж, напишите в комментах, но было бы прикольно увидеть некий подобный мерч. Он, ну, действительно интересно выглядит как-то, что ли. Выделяется. Ой, господи, вы это слышали? Как будто кто-то что-то уронил, но было супер громко. Кстати, у Славы есть Discord сервер. Чё? Чего? Надо будет залететь. Надеюсь, что реакция вам понравилась. Мне понравился трек. Но не могу сказать, что я бы добавила себе его в аудиозаписи, потому что я просто слушаю совсем другую музыку. Я вообще стараюсь не слушать какие-то грустные треки. Очень редко это делаю, когда вот такое настроение погрустить. Я думаю, вы меня понимаете. Может быть, кто-то испытывает то же самое. Но с вами была Юмилька. Спасибо за просмотр. Поставь лайкос, если реакция понравилась. И пока!